В университетской клинике Казанского федерального университета состоялся практический мастер-класс для татарстанских врачей. Все подробности в сюжете. Показательное хирургическое лечение выполнил заведующий отделением урологии городской клинической больницы имени Плетнева города Москвы заместитель председателя Российского общества урологов Мартов Алексей Георгиевич. Мы приехали в ваш замечательный город с абсолютно новой технологией. Называется это микроперкутанная нефролептрексия. Это одно из самых минимальных воздействий при лечении камней почек. Через отверстие диаметром приблизительно 2 мм мы убираем камни, которые расположены в почках различного размера. Поэтому эту новую технологию мы привезли для того, чтобы обучить ваших специалистов, наших друзей, урологов, чтобы такая технология была и в Казани. Данная технология способствует уменьшению болезненности процедуры. Нынешняя методика усовершенствована, она дает возможность убрать камень через меньший прокол, чтобы позволить пациентам быстрее восстановиться после операции. Раньше мы доставали эти камни через отверстие в поясничной области размером в 1 сантиметр. Сейчас мы делаем то же самое, только через отверстие 2 мм. Для операции были выбраны две пациентки с крупными плотными камнями в почках, которые болеют уже около года. Методика с использованием тулевого лазера, да, фибролаз У2, позволит раздробить эти камушки в пыль через буквально небольшой прокол в поясничной области. Трансляция двух операций проводилась в конференц-зале для врачей-урологов Татарстана. Елизавета Никитина, Фарид Захитоглы, Универньюз.